Позади меня находится объект. Здесь делали мы реконструкцию крыши, делали рируфинг. Здесь раньше лежала мягкая кровля. Начала попадать вода, проникать сначала в чердак. Начал мокнуть утеплитель и в виде желтых пятен начал выявляться внутри помещения. Так как тут мансарда жилая, приняли решение делать рируфинг. То есть рируфинг — это поверх мягкой кровли набивается контррейка, набивается обрешетка и стелится декоративное покрытие. Заказчик переживал, что половинного схода снега не было, так же, как у мягкой кровли. Тут мы сразу ему предложили композитную черепицу Gerard. С учетом натуральных камней у нее нету лавинного схода снега, и в принципе как раз тем самым была решена эта проблема. Второе. Так как, опять же, заказчик не хотел уходить сильно у водорожания, чтобы не попортить карнизы, чтобы оставить водосточную систему, как она есть. Нами было тоже проработано узлы, планки примыкания, нестандартные планочки, которые заводились в желоб, чтобы не нарушать концепцию и, повторюсь, не уходить сильно в удорожание. Я считаю, что справились на высшем уровне, все красиво, все прекрасно. Третий год ведет себя прекрасно, эстетически красивый вид, нет отличий никаких, поэтому я доволен.